Всем привет! Недавно я показал, как блогера Романа Зайцева цитирует Валентина Ивановна, которая подоспела весьма вовремя, и что говорит о том, что в Кремле наверху нас смотрят. А сегодня я хочу показать, тоже 4 месяца назад была видеосъемка, что касалось Одессы и подвалов Одесской киностудии. Видео тоже было записано 4 месяца назад. Кстати, вот оно, это видео. Внимание! В Одессе жители домов на Французском бульваре, что у Одесской киностудии, спешно массово покидают свои дома. Все дело в том, что по ночам на киностудию завозят вооружение и боеприпасы. В одном из съемочных павильонов студии укронацисты установили средства ПВО. Всего на киностудии таких установок много, сообщает источник кремлевской прачки. Из киностудии делают мощный укрепрайон. Одессу упорно готовят к мариупольскому сценарию. В киностудии есть огромные подвалы. Туда завозят вооружение, оружие, медикаменты, воду и продукты питания. Одесситы массово делают загранпаспорта и покидают город. Друзья, фашисты жаждут крови. Срочно заготавливаем осиновые колья. И данное видео через 2 недели буквально сразу было подхвачено РЕН-ТВ товарищем Прокопенко. Вот это видео, кусочек из этого видео. Буквально на днях от анонимных источников стало известно, новым местом сопротивления украинских нацистов станет Одесская киностудия. Жители домов на Французском бульваре, прилегающему к киностудии, активно покидают свои дома, не желая стать новым живым щитом для нацистов. Все дело в том, что по ночам на киностудию завозят вооружение и боеприпасы. Местные жители сообщают, что уже несколько ночей подряд украинские военные завозят в павильоны киноцентра десятки единиц вооружения и тонны боеприпасов. Из киностудии делают мощный укрепрайон. Одессу упорно готовят к мариупольскому сценарию. Более того, совсем недавно нашим источникам... Ну, друзья, Дальний Восток действительно сила и нижнеамурских блогеров цитируют и в Кремле, и на центральных телеканалах. И у нас здесь не то чтобы очень длинные руки, но у нас везде свои глаза и ухи. А что касается спецоперации, еще раз хочется сказать, что мы, русские, всей душой за мир. На Нижнем Амуре мы всей душой за мир. Мы за мир после нашей победы. И надеюсь, что очень скоро, уверен, что очень скоро, еще до конца 2022 года, мы возьмем Одессу. Одесса будет нашей. Центральные каналы начинайте цитировать, это инсайдерская информация. А те, кто не подписался на канал Роман Зайцев «Живу на ДВ», я жду ваших подписок и, конечно же, лайков и комментариев.